Всем привет, меня зовут Никита, и я сейчас учусь на факультете бизнеса Капитана. Параллельно с этим я делаю стартап в США, инвестирую, а также занимаюсь маркетплейсами. На самом деле вуз я особо не выбирал, потому что я работал с 12 лет, и в 16-18 лет у меня уже был бизнес, и, соответственно, я думал, ну как бы, а зачем нужен вуз? То есть я вообще не хотел поступать. Но в один день моя девушка скинула мне стикеры Капитанов. Я заинтересовался всей этой темой, решил узнать поподробнее, что это за стикеры, откуда они вообще взялись. И понял, что это целый факультет. Чтобы поступить на факультет бизнеса Капитаны, нужно либо пройти собеседование с наставником, который будет спрашивать о твоих качествах, о том, чем ты вообще занимаешься. Ну, то есть факультет, получается, отбирает самых активных людей. Либо пройти заходной лагерь. Я выбрал второе. В целом это такой бизнес-интенсив, он полностью бесплатный, туда можно съездить чисто по приколу, повеселиться, покушать, отдохнуть. Вот. А можно полностью стараться проявить свои лидерские качества, брать ответственность за свою команду и стараться победить. Тогда ты точно пройдешь и получишь даже грант на поступление. Я не ставил для себя задачу поступить на Капитаны, я просто знакомился со всей этой тусовкой, смотрел, что как. Но так получилось, что мне в итоге дали этот грант, и я подумал, ну а почему бы и нет, давай поступлю. Так что именно сам вуз я не выбирал, мне по факту было все равно, в какой вуз поступать, мне понравился именно сам факультет, его активность, его люди и все остальное. На факультете есть два направления, это менеджмент и госуправление. Я выбрал для себя первый, менеджмент, потому что ну, себя в политике я особо не вижу, мне больше нравится делать какие-нибудь проекты. Но как в итоге потом выяснилось, это очень похожие направления, там почти не отличаются предметы. Единственное, что это разные группы и, соответственно, разные окружения. То есть у людей в этих направлениях разные цели. В основном у нас из вуза выходят предприниматели, потому что такое окружение, что хочется создать что-то свое, хочется открыть какой-то свой бизнес. Но также есть очень много хороших управленцев. Это ну, могут быть любые управленцы, там финансовые директора, маркетологи, какие-нибудь просто управляющие операционные и другие. В принципе, что менеджмент, что ГМУ обучают тому, как эффективно управлять людьми, как организовать их труд. Соответственно, вы, обучаясь на менеджменте, сможете точно так же просто пойти в политику и занимать какие-нибудь крупные должности чиновников, например. У нас практикоориентированный факультет, соответственно, на всех предметах просто минимум теории. И мне это очень нравится. Мне больше нравится что-то изучать, нежели чем сидеть там, зубрить какие-нибудь предметы и потом выходить и нудно отвечать на презентации перед преподавателем. Кстати, о преподавателях, они у нас все практики, они все очень крутые, и мне нравится почти каждый из них. Из самых сложных предметов, наверное, математика, просто потому что она мне никогда не давалась, и сейчас тоже, но, к счастью, у нас ее очень мало. А мои любимые предметы — это, конечно же, менеджмент, инвестиционный менеджмент, маркетинг, и есть еще один предмет, название которого я не помню, но там, в принципе, рассказывают про то, как делать стартапы, про рынок США, про венчурный рынок, и мне тоже это очень интересно. В целом, обучение немного отличается от обучения в других вузах, потому что у нас вообще нет профилей. Все наше образование делится на две части. Это академическая часть и модульная часть. Академическая часть — это то, что обычно делают в других вузах, то есть сидят на парах, это могут быть и лекции, и семинары, где поменьше группа, и ты уже общаешься поближе с преподавателем, можешь задать какие-то свои вопросы и, в принципе, более глубоко изучить предмет. Но также есть и модульная часть. Модульная часть — это 100% практика. То есть, например, есть такой исследовательский модуль, там мы прямо встаем, идем на улицу и исследуем место, где лучше открыть бизнес. Мы смотрим там не только на трафик, на проходимость улиц, то есть сколько людей может заинтересоваться нашим заведением, но также и нюхаем, например, запахи, чем там пахнет, смотрим конкурентов, смотрим, есть ли рядом стройка, что может повлиять на то, сколько наш бизнес получит выручки в этом месте. Есть, например, модуль «Быстрые деньги», где тебе просто ставят задачу заработать, например, 100 тысяч в месяц, и все. И делай, что хочешь. Тебе не дают никаких ни путей решения, ни способов.
ты просто делаешь там либо проект, либо можно устроиться на какую-нибудь подработку и потом доказать уже на факультете, что ты действительно заработал эти деньги. Вот это вот очень круто. Это очень сильно развивает самостоятельность в человеке. То, насколько он готов взять за себя ответственность. И, в принципе, с такими модулями ты становишься взрослым очень быстро. Мой самый любимый модуль — это модуль стартап. Там мы объединяемся в команды с другими нашими однокурсниками по 5 человек и прям придумываем с нуля проект. В ходе этого модуля мы делаем вообще все, с чем обычно сталкивается бизнес. Это могут быть и какие-нибудь финансовые отчетности, отчетности перед налоговой, исследования рынка. И финалом этого модуля становится полноценная защита перед инвесторами. Там есть небольшой призовой фонд 100 тысяч рублей, который заберет самый лучший проект. Вот в прошлом году так получилось, что этим проектом оказался мой, и мы действительно получили эти деньги и отправили их потом на развитие нашего бизнеса. Преподаватели у нас вообще очень крутые, я об этом уже раньше говорил. Они все практики, они все параллельно работают со своим преподаванием. Вот инвестиционный менеджмент у нас ведет вообще Николай Марачковский. У него есть канал на YouTube, там 550 тысяч подписчиков. И это один из главных каналов Рунета, где рассказывают про инвестиции. На парах очень свободная и фривольная атмосфера, вы всегда общаетесь с преподом на «ты», вы можете спокойно задать любой вопрос, который вас интересует, и вообще сам препод тоже старается говорить именно о тех вещах, которые интересны вам. Мне лично очень нравится подходить к преподавателям после пар и задавать конкретные вопросы по своему проекту. Они всегда с радостью отвечают, дают очень полезные советы, которые я потом применяю, и за счет этого у меня все получается, и я расту. Физкультура у нас вообще интересная ситуация, вместо нее у нас карате. И карате у нас занимаются все, всем, в принципе, очень нравится. Но если есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, то можно, в принципе, не ходить. Два раза в год у нас происходит экзамен по карате, он называется Q-тест, и там можно получить новый, более крутой пояс. Сам экзамен длится 5-6 часов, мы прямо с самого утра приходим в дадзё, и там у нас происходит очень интенсивная тренировка, где мы показываем вообще все, на что мы способны. Это и физуха, и растяжка, и приемы. Там у нас в конце происходят спарринги. После этой тренировки ты реально чувствуешь себя просветленным и достойным нового пояса. Еще очень круто, что карате у нас ведет Шихан. Это один из самых крутых тренеров России. Вообще его называют даже тренер тренеров. Но так получается, что иногда он показывает свое мастерство и нам. А также почти все Q-тесты принимает у нас именно он. Так, ну, касательно научной жизни, наш вуз очень поощряет различные научные работы, постоянно отправляет студентов на разные конкурсы, и даже если конкурс происходит где-нибудь за границей, то он полностью оплачивает проживание и переезд туда. Студенческая жизнь у нас тоже очень насыщенная благодаря нашему факультету. У нас постоянно происходят выезды на природу, маевки, какие-нибудь соревнования спортивные по футболу, по баскетболу. Также в РЭУ имени Плеханова есть такое мероприятие под названием «Плехановский бал», где все надевают костюмы 19 века, ну, и танцуют. Ну и в принципе разных мероприятий, конкурсов, кружков, активностей реально настолько много, что их и не перечислишь. Все, что вы можете представить, все есть. Ну вообще по факту все модули — это практика. И вообще получается вся программа факультета заточена именно на практику. Но если вы хотите стажироваться в какой-то компании, то это тоже можно очень просто сделать. У нас есть такая ярмарка проектов РЭО, где можно выбрать любую компанию, и если ты будешь подходить, то тебя возьмут на стажировку. Можно даже поехать за рубеж, и, естественно, это все будет оплачиваться вузом. Так, ну, в принципе, минусов вообще, как мне кажется, достаточно мало. Для некоторых их вообще нет. Но главное из них — это то, что факультет плавно отходит от концепции именно бизнеса и приходит к концепции политики. Основатель факультета Алексей Нечаев сейчас очень заинтересован в политике, он даже создал свою партию «Новые люди», и сейчас все желающие студенты
разъезжаются по регионам и строят там как раз эту партию. Я не скажу, что бизнес сейчас вообще не поддерживают у нас на факультете, просто больше ресурсов направляется в политику. И если она вам более интересна, то welcome. В принципе, чтобы вы понимали, сколько сейчас перспектив для политики, у нас ребята на третьем курсе становятся депутатами. Многие из них баллотировались в прошлом году. Сейчас на этих выборах тоже много ребят пойдет в депутаты. То есть они прямо на третьем курсе в 21 год. Как только позволяет возраст, они сразу становятся депутатами. Ну а говоря про плюсы, главное для меня это то, что вуз полностью практикоориентированный. И это действительно так. Реально постоянно происходит какой-то движ и очень интересно заниматься. Ну а другие плюсы это все то, о чем я говорил ранее. То есть активная деятельность факультета и урочная, и внеурочная. Классные преподы, классные предметы и, в принципе, учиться очень интересно. Вот конкретно сейчас, мне кажется, стоит поступать тем, кто хочет развиваться в политике, кто реально видит себя в ней, потому что сейчас очень много возможностей и перспектив конкретно на нашем факультете. Но и предпринимателям тоже не стоит отчаиваться, потому что до сих пор есть все вот эти вот активности, о которых я говорил, модули, преподаватели, которые помогут вам построить успешный проект, причем достаточно быстро. У меня в целом очень хорошие отношения с родителями. В какой-то момент я понял, что их нужно налаживать, и с тех пор мы прямо не разлей вода. И, соответственно, в вопросах моей судьбы они мне полностью доверяют и очень меня поддерживают в моем выборе. Касательно общежития, есть очень много корпусов, и они раскиданы по всей Москве, но если вам повезет, то есть два корпуса, которые находятся прямо рядом с вузом. Вуз целиком находится на станции метро Добрынинская или Серпуховская. Это, кстати, достаточно близко к парку Горького, и можно гулять туда после пар, чтобы отдохнуть. И, соответственно, вы не столкнетесь с такой проблемой, которую обычно встречают студенты других вузов, когда корпуса вуза раскиданы по всей Москве, и вам нужно быть на юге Москвы, чтобы пойти на пару математики, а потом, не знаю, проехать 50 минут, чтобы пойти на пару физкультуры. Так, что могу сказать про столовку? В принципе, их много, 6 штук, наверное, точно есть. Есть еще такие маленькие островки посреди вуза, где можно купить снеки. Вот. И, в принципе, кормят достаточно вкусно, но дорого, реально дорого. На уровне с ценами в кафе и ресторанах. Поэтому лучше ходить туда. Самое приятное воспоминание о факультете – это наш заходной лагерь. Потому что первые 20 дней сентября мы не учимся, мы выезжаем на природу, и там у нас происходит такая ролевая игра, где ты можешь быть там в роли политика, в роли предпринимателя того же, в роли журналиста. И там у нас такое получается из студентов мини-государства, и каждый играет свою роль, и мы живем таким небольшим городом. Это делают для сплочения, в принципе, всех студентов, для их знакомства, а также для того, чтобы все познакомились со старшими курсами. Там очень круто прокачивается soft skills, и ты реально перевоплощаешься как бы в другую жизнь, где у тебя все очень быстро развивается, все получается, и потом опыт оттуда ты можешь перенести уже в реальную свою жизнь. Также мне очень понравился наш посвят. В принципе, на факультете запрещено употреблять алкоголь, табак, ну и другие виды наркотиков тоже, и приходится придумывать какие-то развлечения на трезвую голову. И вот ребята, старшекурсники, придумали для нас офигенное приключение, которое я, наверное, запомню на всю жизнь. Сначала мы шли до леса всем первым курсом вместе 6 километров. Потом, когда пришли в лес, нам нужно было пройти несколько испытаний. Мы разбились на команды и выполняли разные задания на выносливость, на силу, на смекалку, но самые лучшие испытания были на волю. Ну, через них прошли все. Во время первого испытания нам всем нужно было пройти реку вброд. Это была, чтобы вы понимали, осень, наверное, ноябрь, и вода была реально очень холодная, но мы превозмогли себя, чтобы потом прийти ко второму испытанию. Потому что там мы могли как раз погреться после этой холодной воды. Ребята рассыпали раскаленные угли, и нам нужно было по ним пройти голыми ногами. В принципе, могу сказать, что ни одно из этих испытаний не было каким-то опасным или переходящим грань. Все было достаточно просто и не больно. Поэтому все нормально, но определенная доза адреналина и экстрима все равно чувствовалась.
Ну, в принципе, могу сказать, что учиться вообще не сложно, потому что тебе дают полную свободу, и если человек без воли, то он расслабится и будет просто там пинать всем известные вещи. А если он сильный, то он использует это время, соберется и сможет реально сделать что-то крутое. Так что, в принципе, сейчас отчисляют нечасто, вылететь практически невозможно, но на первом курсе это можно было сделать очень легко, потому что отчисляли за невыполнение модулей. И у нас пропало порядка 1/3 от всех человек факультета. Но основной у нас английский, это такой углубленный бизнес-английский, чтобы мы потом могли разговаривать с партнерами из других стран, а если вам интересен какой-то другой язык, то вы можете спокойно выбрать его как факультатив и заниматься им дополнительно. Самое главное, о чем я не сказал, это то, что у нас есть тайные факультеты. Ну, сейчас, когда я говорю о них вам, они уже, наверное, не очень тайные, но есть рыси, волки, тигры и медведи. Прямо как в Гарри Поттере, мы делимся по командам и так уже выполняем какие-то крупные модули. И, соответственно, благодаря этим факультетам ты легко можешь познакомиться со всеми старшекурсниками, потому что вы действительно очень много взаимодействуете с ними во время внеучебной деятельности, либо модульной деятельности. Также на первом курсе у вас будут держатели, которые будут помогать вам справиться с этой резко свалившейся на вас нагрузкой. Держатель — это более опытный студент старших курсов, обычно это третий или четвертый, но иногда бывает даже пятый или шестой, к которому ты можешь обратиться за советом, он всегда готов тебе помочь и подсказать что-нибудь. В целом на первом курсе ты действительно очень много взаимодействуешь с держателем, и он передает тебе весь свой опыт, что очень полезно. И потом на третьем-четвертом курсе ты тоже можешь стать держателем и взять себе группу студентов. Потом они будут тебе очень благодарны, и это будут действительно твои люди, с которыми вы вместе сможете делать большие дела, потому что взаимодействие с держателем и студентом продолжается уже всю жизнь. Так, ну этот вопрос уже вообще каким-то инфо-цыганством попахивает. В общем, ребята, переходите по ссылочке в описании на мой бесплатный вебинар, чтобы там купить мой платный вебинар. Работайте 26 часов в сутки, уважайте свою маму, любите партнеров и близких. Ну а если серьезно, то первый совет – будьте проактивны. Ребята, вы сами себе делаете настроение каждое утро, и лучше делать его хорошим, чтобы успеть больше вещей. Второй совет. Берите ответственность, как можно больше ответственности. Тогда вы сможете реально очень быстро расти и самосовершенствоваться. И последний совет, который я понял совсем недавно, наверное, буквально 2 года назад, это в жизни рамок нет. То есть вы можете стать кем хотите, вы можете делать что хотите, и у вас все обязательно получится. Главное делать это системно и изо дня в день. В принципе, чтобы вы понимали, насколько много там сейчас перспектив для тех, на ней... Тихо.